период январских новогодних праздников этого года Азбестовский отдел Роспотребнадзора выполнял контроль в отношении предприятий торговли, расположенных на поднадзорной территории. В ходе данных мероприятий проводилась оценка соблюдения сроков годности и условий хранения пищевой продукции, а также соответствия маркировки требованиям нормативных документов. На территории Азбестовского городского округа проверено 5 организаций торговли, где нарушения не выявлены. На территории Белоярского городского округа также проверено 5 организаций торговли, однако в магазине «Магнит» было установлено, что хранение и реализация населению сливок питьевых ультрапастеризованных, изготовитель «Данон Россия», выполняется с истекшим сроком годности, что является нарушением о безопасности пищевой продукции. Не соблюдая сроки хранения пищевой продукции, создается реальная возможность возникновения пищевых отравлений, а также возникновения и распространения опасных для жизни и здоровья человека инфекционных заболеваний. В настоящее время решается вопрос о привлечении объекта торговли к административной ответственности.